Да, все мы слышно. Уважаемые коллеги, у нас присутствует заведующая кафедра, вот кандидат педагогических наук, профессор Толкунслам Кулна Сламбекова. Вы знаете, уже познакомились. Да. То еще вторая Айгуль Джанаевна Салиева, замдекан наша по науке и специалист по наших дошкольное обучение и воспитание. Она кандидат педагогических наук и профессор кафедры. Айгуль Джанаевна, вот как приветствуете, вы первый раз у нас. Здесь заведующая кафедра БГПУ Баранилова Ирина Геннадьевна, которая дошкольное воспитание и обучение. Вторая у нас ответственная педагогических наук, доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии Акмулинского университета Шабаева Гузель Фагимовна. Очень приятно, ага. Очень приятно. У нас Толкунслам Колумна Гульнар Мухтаровна не может. У нас есть, которые ответственны по университету, которые по образовательной программе, да, составление. К сожалению, она не сможет сегодня, но мы Третий курс был на дистанционке, но вчера пришел приказ, и с понедельника, с 1 марта абсолютно все выходят. Хорошо, все прекрасно, да, молодцы. Спасибо, Марзия Павловна, вы Ирине Геннадьевне сказали, да, то, что мы тогда смотрели полностью меморандум, доп. Соглашение и отдали в отдел. Да. Сейчас мы еще будем обсуждать здесь эти программы. Нам надо оказывается, указать некоторые нюансы, которые какие условиях мы должны ДОТ поставить, какие именно дисциплины и каких условиях. Тоже мы там об этом и говорили. По семестрам, по годам и так далее. У нас все равно между этими. У вас мой экран видно вам? Да, мы видим. Да. Я вижу. У нас общий составляется, Ирина Геннадьевна, просто информация хочу дать. У нас общий кредит 4 года составляется 240 кредитов, из них 112, видите, получается 12 кредитов академических, да, это профессиональные практики, все эти составляются 40%, а вот не менее вот 117 кредитов, это общеобразовательные дисциплины и базовые дисциплины. Немножко дает, смягчает. Каким образом? Если у нас ставили разногласие, будет первый семестр или второй семестр, третий семестр, независимо, если было выпущено распоряжение, приказ о том, что отказались от госэкзамена, пока у нас идет только защита выпускной квалификационной работы. Ну, наверное, если вот так, это у нас практиковалось в прошлом году, наша магистратура, педагогика, психология, они вот госэкзамен у них не сдали, у вас, получается, у нас была это госэкзамен. Это в формате онлайн мы, госэкзамены, защита по магистратуре, каждый год у нас проходит, ВИНУ защищается, так как они второй курс у нас обучается. Ну, надо... Уважаемые коллеги, вот хотела немножко рассказать о тех изменениях, которые у нас планируются в этом году. Наш Акмулинский университет успешно прошел аккредитацию, и мы 5 февраля получили документы об аккредитации на 6 лет. И вот в связи с тем, что мы готовились к аккредитации, конечно, вот предыдущие года, никаких изменений кардинальных в учебе. Созвонилась с департаментом учебной работы и уточнила. Нам обещают завтра, в пятницу, либо в понедельник прислать.